Источник батюшки Серафима Саровского у Цыгановки самый-самый во всех смыслах. Самый известный, самый обустроенный, самый посещаемый. Многочисленные случаи исцелений, описанные не только в документах прошлого, но и нашими современниками, не оставляют сомнений в том, что благодатная помощь преподобного Серафима не пристает до сего дня. Поток паломников сюда не только не иссякает, а и увеличивается год от года, свидетельствуя о крепнущей вере наших соотечественников в помощь Божию по молитвам преподобного Серафима Саровского. Лет я болела, бросалась в больницу, ездила. Вот мне стал помогать это, да, стал ездить сюда, пить из своих источников там, и здесь тоже. Казанской Божьей Матери источник там, преобладает серебро. И в Александрии там преобладает йод. Вот, а здесь она вся, вода целебная. Микроэлементы очень богатые, вода очень богатые микроэлементы. Thank you.